Ростислав Плят, человек-театр. Я смотрю на него уже 40 лет. Такие непохожие, такие блистательные роли на сцене, на экране, на телевидении. Но я давно понял, что более всего притягивает меня он сам. Его, если можно так сказать, изменчиво-неизменное начало, его личность. Вы можете представить себе мир сцены и экрана без Плята? Вот то-то и я не могу. Его лицо, фигура, уже театр. Он рожден актером. Было время, когда я больше всего любил его вот таким. В чем дело? Вы чья? Я ваша. Моя? Нет, слушай, какое-то недоразумение. А где твой... Где ваши папа и мама? Папе нет. Мама уехала. Что это у вас там? Там? Кошка? Да. Можно я пойду посмотрю? Да, пожалуйста. Но... Кисенька, кисюля, покажи твои лапочки. Нет, что за история? Кисенька. Ты уже выспалась? Я тебя сейчас помою. Понятно. Ты здесь купаешься? Да-да, здесь. А ты тут не поместишься? У тебя длинные ножки. Нет, я помещусь, понимаешь, я уже много раз помещался. А ноги куда? И ноги туда. Ну, полезай. Нет, нельзя, я же... Я тебя примерю. Ну, одну... Да, одетые в туфлях, понимаешь, нельзя. А ты чтобы водиться не будет. Нет, ну я сюда, ну, немножко примерим, конечно. Ну вот. Ну видишь, вот. Нет, ты был бы тогда, ты плаваешь. Тут не плавают, тут лежат. Нет, плавают. Ну да, ну. Ну так вот. Вот так вот. Вот так вот, вот так. Ручки. А ноги куда? Они туда, ножки, вот так. Ну, ножки, ножки, вот, ножки. Ну вот тут, вот так. Не ложись. Тут влажно. Что? Кто? В чем дело? Свет, 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 потух. Я думала, вы забыли погасить свет. Ты что, их будешь стирать? Да? Да. Да надо домой. То есть нет. Ты уже их постирал? Тогда намыли мои ручки. Да. Ну вот ручки протяни сюда. А как ты умеешь? Да я не умею. Как ты знаешь, детей мой? А, да, у меня детей-то нет. Нет у меня детей. Ну где же они? Ну вообще нет. Как же нет? Где же они? Ну нету, нету. А вот у нас тут дождик есть. Ты понимаешь, он испортился. Не работает. Ну давай я тебе.
Нет, нет, он поправился. Ну, в чем дело? Я просил. Закручим, закручивай, а то будет больно. Я тебе говорил, что он испорчен. Какие тут лужи. Давай-ка я тебя на руки возьму. А то ты ножки промочишь. Хотите знать, как я отношусь к этой роли? Да, насколько я знаю, у вас с ней особые отношения. Может быть, молодость? Не только. Ну, молодость, конечно. Мы актеры и счастливы, и несчастливы от того, что кино возвращает нам нашу артистическую молодость. И даже благодаря телевидению доставляет на дом. И грустно, и радостно, тут смешанное чувство. Люди других профессий видят себя молодыми только на старых фотографиях, а мы... А вас это огорчает? Нет. У каждого возраста есть свое богатство, надо только его ощущать. Тут другое, тут как бы видишь реку времени. Я смотрю на другого человека, и этот другой я. А у вас не возникает такого... чувство, что сейчас вы бы сыграли это иначе, или тогда должны были сыграть иначе? Нет. Мудрость задним числом недорого стоит. Время диктует актеру интонацию, жест. Понимаете, конечно. Я любил в частности эту работу, потому что в роли есть сплав юмора и лирики. Ну, лирика, естественно, вот жизнь одинокого, молодого холостяка, который явно видится уже старым холостяком в дальнейшем. А он поставлен в какие-то комедийные условия, даже с элементами эксцентрики. Интересно. Но вы любите, или, может быть, любили играть и чисто эксцентрические роли. И зритель-то вас запомнил в начале в эксцентрических ролях. В таком случае, мадам, я позволю себе приступить к изложению трех, в первую очередь, основных признаков, которые наиболее рельефно определяют даму высшего общества, femme du monde. Скажите, пожалуйста, вы играете в карты? В дурака? Нет, нет. Дурак — это не игра для высшего общества. Бридж. Как? Бридж. Ну хорошо, ну попробуем по слогам. Нет, это собачка. Дама без бриджа – это не дама из высшего общества. Тем более, мадам, если вы собираетесь принимать у себя дипломатический корпус. Понимаете? Дипломатический корпус без бриджа – это не дипломатический корпус, не спорно? Это черт знает что, а не корпус-то. Мадам, разумеется, курит. Нет, я не курю. И дым этого проклятого я просто не выношу. Придется начать курить. Дама без папиросы – это не дама из высшего общества. Я не могу. Я страшно кашляю от дыма. А вы знаете, мадам, что на раз ради хорошего тона приходится пострадать. Noblesse oblige. И, наконец, последний вопрос. Почему я вас должен предупредить, что это вопрос весьма деликатного свойства. Скажите, пожалуйста, мадам имеет любовника? Как? Простите, пожалуйста, вы за кого меня принимаете? Ведь я вам только что сказал, мадам, что это вопрос весьма деликатного свойства. Поймите, дама без любовника не дама из высшего общества. Но я порядочная женщина. Все равно, в этом случае особенно ценно, поймите. Никому не интересно, если заводит очередного любовника дама с большой практикой в этой области. Этого еще не хватало. Мадам, я вас смею заверить, что вы можете стать дамой высшего общества, une femme du monde, только
играю в бридж, курю и имею любовника. Ну вот вам, пожалуйста, полный набор. И эксцентрик, и гротеск, если хотите. Вообще издевательство над персонажем. Вот. А что вы скажете о партнерше? Легко было играть с Морецкой? Ну, как вам сказать, и легко, и трудно. Мы же с ней были многолетними партнерами. У нас на сцене как-то все синхронно получалось. А мы спорили по временам отчаянно о чем-нибудь. Работаем мы, если вы это уловили, конечно, в разной манере, разными красками тут. Она скорее маслом, выразимся так, а я острым карандашом. Так мне кажется. Ну, это уже, так сказать, момент. И тут другое интересное, что Завадский мне предложил играть в «Мессерже» главного героя Чедду. Я, значит, не престившись с тем, что роль главная, вымолил у него Нинковича. Или Нинковича, мы по-разному ударили моего секретаря. Потому что мне хотелось 10 минут Нинковича позволяло развернуться именно в эксцентрике, понимаете, чего длинная роль не могла бы не вынести. А я как раз играл перед этим драматическим, мне захотелось встряхнуться, так сказать, порезвиться на комедийной лужайке, так что я с наслаждением играл. Вы играли, как говорили старые критики, концертно. То есть был образ, роль и как бы номер одновременно. Но вот интересно, этот ваш секретарь имел какие-то соприкосновения с действительностью? Думаю, что да, вообще, надо вам сказать, все имеет соприкосновение с действительностью. Ну так, если говорить уже про самую пьесу, то Нушич и Белград его времени, арена действий, конечно, это сатира на таких вот типчиков, которые тогда водились в Белграде, около министерских жен и так далее. А по существу, конечно, жизнь и связь обязательно должна быть. Любые заострения, любые преувеличения, все имеет какие-то истоки, зацепки в действительности. Лежать тихо. Тихо лежать. Руки вверх. А ну-ка вторую. Может, вы двусмысленно стреляете левой. Вы умеете считать до двух? Ну, живо! Не могу поднять эту. Что с ней такое? Ревматизм. В плече. Острый? Был острый. Теперь хронический. Ой, а. Перестаньте корчить рожи! Пришли грабить, то грабьте. Забирайте вон что там на туалете. Прошу прощения, вам повезло. Мы с ревматизмом старые приятели. И тоже в левый. Всякий другой бы продырял бы вас насквозь, когда вы не подняли свою левую клешню. Скажите, пожалуйста, и давно у вас? 5-й год. Да теперь не отвяжется. Стоит только заполучить это удовольствие, пиши пропало. Хорошо. А вы не пробовали жир гремучей змеи? Голодами изводил. Если всех гремучих змей, которых я и обезжирил, вытянут цепочкой, она 8 раз достанет от Земли до Сатурна. Некоторые принимают пилюли Чизельма. Шарлатанство. 5 месяцев я глотал эту дрянь, никакого толку. А вот когда я пил экстракт Финкельштейна. Финкельхета. Да, Финкельхета. И когда применял потовский болеутоляющий пульверизатор, вроде как немного стало легче. Но, между нами говоря, больше всего помог конский каштан, который отыскал в левом кармане. Вас когда сильнее донимает, по утрам или ночью? Ночью. Когда самая работа. Давай опустите руку. А вот скажите, вы не пробовали этот? Ну, как его? Ну-ну.
А, блекерстаффовский кровеочиститель. Да-да-да-да. Пробовали? Блекерстаффовский. Вы знаете, не приходилось. Жалко. Не приходилось. Скажите, а у вас как, приступами или все время ноет? Скачками. Набрасывается, когда не ждешь. Пришлось отказаться от верхних этажей. Раза два. Застрял, скрутил на полдороги. Я так вас понимаю. Знаете, что я вам скажу? Ни черта в этой болезни доктора не понимают. И я так считаю. Я потратил $1000 и все впустую. Распухает. По утрам. А уж перед дождем просто мочи нет. Да-да, у меня то же самое, вы знаете. То же самое. Стоит какому-нибудь паршивому облачку, величиной салфетку, тронуться к нам в путь из Флориды. И я тут же начинаю чувствовать его приближение. А если случится идти мимо театра, когда там идет какая-нибудь слезливая мелодрама, ну, знаете, например, вот это, как я, «Болотные туманы». Сырость так впивается в плечо, что его начинает дергать, как зуб. Да, ничем не уймешь. Адовы муки. Адовы, адовы. Тут что любопытно, ведь изюминка, на первый взгляд, изюминка сцены в том, что вор и хозяин неожиданно нашли общий язык. Язык радикулита? Не говорите, боюсь, прихватит. Не надо эту тему трогать. Вот, ну, дело, конечно, не в радикулите, зритель это понимает. Сочувствие, вот в чем соль. Это величайший инструмент человеческого общения. Когда люди раскрываются с лучшей стороны, вот в этом доброта. И гуманизм Генри, конечно. Ростислав Янович, вот мы посмотрели несколько ваших ролей, и возник вопрос, как вы относитесь к гриму? Грим, ныне гонимый в общем, столько раз мне помогал в моей творческой жизни, что я являюсь его величайшим поклонником, просто по практике своей жизни. Вы имеете в виду характерный грим, который изменяет лицо актера, да? Конечно. Ну, вот. Я вам отвечу, но сперва посмотрите вот один кусочек. Узнаете? Конечно, Бернард Шоу. Возраст не приносит мудрость. Он приносит опыт, который не может быть у молодого человека. Мне лично довелось пережить безвестность, неудачи. Потом я достиг успехов, славы. Некоторые из вас, должно быть, думают, что это отличная штука, но вы ошибаетесь. Сходство поразительное. И эта ироническая улыбка, ехидная Бернарда Шоу, но ведь это портретный грим. Мог быть и не портретный. Я вам должен сказать, что в моей творческой жизни столько раз нахождение какого-то грима помогало мне в роли, что я навсегда остался поклонником грима в театре. Что сейчас как-то не в почете, и это, по-моему, обедняет искусство современного театра. Сейчас же даже в старинных пьесах стараются не клеить усы и бороды, как-то приближая лицо героя к сегодняшнему дню. Мне все это не нравится. Это надежда только на внутреннее перевоплощение само по себе почета, но этого мало. Я где-то слышал выражение «легко загримировать лицо, но трудно загримировать душу». А грим – это путь к внутреннему, к душе, туда. Я сколько раз ловил себя на том, что я, скажем, делаю какое-то движение кисточкой по лицу, а в глазу зажигается что-то ответное. Понимаете, кто любит гримироваться, тот это понимает. И вот вам, к примеру, еще один образ.
возникший от грима. Я имею в виду Эдвина, это из романа Диккенса Эдвина, «Тайна Эдвина Друда», персонаж, который я играл, Грюджуса. У Диккенса, но больше половины страницы занимает подробнейшее описание внешности и повадок этого Грюджуса. Но при элементарной актерской жадности ведь хочется все это схватить и как-то воплотить. Иначе бесхозяйственно будет. Вот так. Здравствуйте, моя дорогая. Очень рад вас видеть, дорогая моя. Я, сэр. Вы разрешите мне удалиться? Ради бога, сударыня. Умоляюсь, не трогайтесь с места. И все-таки я попрошу вас разрешить мне тронуться с места. Ну, если пожалуйста. Ну, вы так любезны, что я не удалюсь. Если я посижу у столика у окна, я не буду вам мешать. Вы мешать нам, сюда. Вы очень любезны, сэр. Благодарю вас. Роза, милочка, вы можете говорить совершенно свободно. Здравствуйте, моя дорогая. Очень рад вас видеть, дорогая моя. Мои посещения подобны посещениям ангелов. Не подумайте, что я сравниваю себя с ангелом. Нет, сэр. Нет, конечно. Я только хотел сказать, что мои посещения столь же редки и немногочисленны. Что же касается ангелов, то, как мы знаем, они сейчас наверху. Я имею в виду, моя дорогая, я имел в виду остальных молодых девиц. Я тут кое-что записал для памяти. И всегда так делаю, ибо ни в какой мере не обладаю даром свободного изложения. И поэтому, моя дорогая, если вы позволите, я обращусь теперь к этим записям. Первая запись. Здорово, благополучно. Ну, судя по вашему цветущему виду, вы ведь здоровы и благополучны, моя дорогая. Да, да, сэр. За что мы должны быть благодарны? Материнскому попечению, неустанным заботам глубоко уважаемой леди, которые имею честь видеть перед собой. Фунты, шиллинги, пенсы, гласит моя следующая запись. Сухая материя для молодой девушки, но весьма важная. Жизнь – это фунты, шиллинги и пенсы. И пенсы. Хватает ли у вас карманных денег, моя дорогая? И вы ни в чем не нуждаетесь? Я ни в чем не нуждаюсь, и денег мне хватает. И у вас нет долгов? Так, ну, я зачеркиваю фунты, шиллинги и пенсы. Дальше слово «свадьба». Видите, дорогая, вот... Тут я должен коснуться пункта, который является главной причиной моего сегодняшнего посещения. Я чрезвычайно угловатый человек, дорогая моя. И ни в какой мере не хотел бы вторгаться в совершенно неподходящую для меня сферу. Я боюсь, что я буду выглядеть в ней, как хромой медведь среди веселого котелка. Я вижу... Это и ваше мнение. Вы вот утверждаете, что с годами я все меньше смеялся и больше любил. Может, это верно, частично. С годами происходит другое. Накапливается жизненный опыт, который как-то ревизует тебя в твоем искусстве, понимаете?
Это наступает какой-то пик актерской судьбы, когда ты знаешь людей моложе тебя и играл их, твоего возраста и старших. И вот тут, это вот какой-то момент пика, который я называю так, с этим уходит приблизительность. И тогда вы выбираете себе героя, который соответствует вашему уверенному знанию, да? Ну, выбираете героя. Я бы рад выбирать себе героев. Практика театра другая, так сказать. Ну, я лично могу в театре, скажем, отказаться от чего-то и попросить что-то, но чаще всего бывает так, что нужно что-то играть, и ты подчиняешься этой дисциплине театра. Ну, конечно, иногда удовлетворяешь и свои собственные желания. Так что вообще... Тут я попутно вот о чем подумал. Многие ваши коллеги грешат тем, что они, не знаю, сведомо или несведомо актера Н, определяет его, так сказать, тему. Вот тема актера такая-то. Он, бедный, даже не знает, что ему приклеили тему, понимаете? Она чисто за ним. Для пишущего критика это достаточно. Мне тема дает роль, образ. То есть тему. Вот это раз. Потом... Еще вот что. Конечно, когда мечтаешь о роли, то всегда хочется играть современник, то есть человека сегодняшнего времени. Потому что контакт, я это испытывал, играя, скажем, пьесы Симонова, контакт со зрительным залом, ни в одной классической пьесе вы не можете так срастись с эмоциями и желаниями зрительного зала, как в какой-то теме, которая ему насущна, дорога и близка. И это, конечно, общее место. Вы читаете интервью моих коллег обоего пола, мечтая о современной роли, и критика об этом пишет. Это ведь, но это не дежурная фраза, это крик души. Конечно, хочется играть сегодняшнего современного человека, твоего современника. Ни грешного, ни безгрешного, ни положительного, ни отрицательного, а такого, который определяет это время, свое время, в котором, в характере которого есть ум, риск и смелость. Опять. Сергей Ильич, неужели нельзя было самому догадаться? Для нового варианта это не годится. А я не поспеваю за новыми вариантами. У нас что ни день, то новые идеи. Мне некогда с вами спорить. Так нельзя работать, сколько можно? Столько, сколько нужно. А я не могу делать то, что не понимаю. Нельзя же так впустую. Не знал, что вас интересует быстрый успех. Нет, просто я предпочитаю реальное дело. А то, чем мы занимаемся, никому не нужно. Все равно у нас ничего не выйдет. Сергей Ильич, вы не верите? Верить, верить. Да надоело мне верить. Вы же сами не можете поручиться. Мне все понятно. Все понятно. Что понятно? Что понятно? Ну что понятно? Скажите, а вас не пугает опасность повторения? Она вполне реальна для актера, который много играет у себя в театре, да еще телевидение, кино. Конечно, пугает, но надо с этим бороться. А как с ней бороться? Наряду с умением соглашаться, нужно обладать умением отказываться. Трудная задача, но ее надо в себе воспитать. Мне везло в том смысле, что Завадский, мой пожизненный учитель, никогда не назначал меня на однотипные роли, понимаете? Я хочу признаться тебе в одной вещи. Сказать тебе, Люси, что бы я сделал, если бы почему-то вдруг, вот сейчас, вот вдруг опять стал молодым человеком. Что бы ты сделал? Кстати. Ну, говори скорее. Я бы остался холостяком. О, почему? А ты только посмотри на танцующих девушек, Люси. А зачем? Нет, ты не на меня, ты вот туда посмотри. Ну, зачем? Ну, разве они такие? Не
на кого же взглянуть? Разве не такие, какой была когда-то ты? Я была симпатичная. Вдруг была. Была. Ты сейчас очень мила. Ты знаешь? Я мила, да. Да. Когда мы сегодня с тобой гуляли, я не встретил на улице ни одной лучше тебя. Мне до сих пор жалко твоего этого косого. Хоть он и банкир. Ты дурачок. Ты мой... Ты знаешь, кто ты? Ну? Ты мой дорогой. Ты дорогая моя. Ты мой дорогой. Ты мой дорогой. Ты знаешь, надо уходить. Почему? Потому что Нелли сама приготовила обед. Скажи, и просила, чтобы мы не опаздывали. Скажи мне, пожалуйста, а сколько раз готовила им обеды ты? Они хоть однажды пришли к нам, Нелли? Они хоть однажды пришли к нам вовремя, отказавшись от своих развлечений? К черту! Нельзя! Мы к ним не идем! Детей. Нам с тобой хорошо вдвоем, и мы заработали. Нельзя. Это никуда мы нельзя не пойдем. Детей, вообще. Черт, да нельзя. Слушай, детей, черт. Подожди, постой. Так нельзя. У меня мелькнула одна мысль. Какая мысль? Ты сейчас кое-что услышишь. Что я услышу? Говори скорее. Что? Что ты будешь делать? Куда ты звонишь? Вот и тут. Так ты не мешай. Я не буду мешать. Куда ты звонишь? Алло? Нелли? Не надо. Да, это я, твой отец. Смотри, ты все еще узнаешь мой голос. Ой, нехорошо, не надо. Да нет, ничего не случилось. Просто мы с мамой очень весело проводим время. Не надо, нехорошо. Как где? В ресторане. Нелли, кошмар. Ты знаешь, что я забыл про твой обед. Нет, по-моему, ты слышал. Нехорошо, не надо. А это уже не важно, мы к тебе не придем, вот и все. Нехорошо. Не придем? Ах, скажите, пожалуйста, как будто вы нас никогда не надували. Не надо. А, много сил затратил на обед. Не надо. Слушай, особое жаркое, и ты без мамы не знаешь, что с ним делать. Не тревожь маму, я тебе дам сам чудный хозяйственный совет. Нелли, слушай меня внимательно. Возьми свое жаркое, поставь на поднос, пойди в сортир, простите. Ой! Подними крышку от унитаза и выйди. Да. Да. Все в порядке, миссис Купер. Мы можем... Ба, продолжай наш вечер. Ба, ты знаешь, кто ты? Ты хулиган. Потанцуем. Ростислав Иванович, в вашей экранной жизни у вас все время менялись партнеры, а на сцене театра имени Моссовета были постоянные, и среди них такие, как Фаина Георгиевна Раневская, Вера Петровна Морецкая. Прибавьте еще Любовь Петровну Орлову, нашу экранную звезду, конечно. Трудно было играть с ними. Ну и вообще-то я счастливый человек был с таким партнершем, понимаете? Повезло просто. Вот они сейчас уходят одна за другой. Я еще действую пока. Мне грустно, беднеет мой театральный мир. Ну, а что касается игры с ними, вы знаете, трудно и легко. Трудно, потому что надо было быть на уровне их мощных, так сказать, индивидуальностей. А легко, потому что они все понимали, что
Мы дуэт. Не каждый сам по себе, а дуэт, унисон. Я бы мог назвать и других в нашем театре. В нашем театре? Вот вы все говорите, в нашем театре, на нашей сцене. Я знаю, что вы всю жизнь проработали в одном театре, которым долгие годы руководил Юрий Александрович Завадский. А сейчас многие актеры часто меняют театры, переходят в другие или даже играют на сцене других театров, оставаясь в труппе своего. Как вы относитесь к этому явлению? Спокойно отношусь. Я вам скажу так, меняется время, меняется театр. Вообще я не люблю, кстати сказать, нападок на молодежь. Это непродуктивно ни для зрителей, ни для нас. Обмениваться опытом – это другое дело. И у молодежи многому можно научиться. Вообще мне не нравится вот эта брюзжащая нота. Вот раньше было так, а теперь где? Это все несерьезно. Понимаете? Ну да, мое поколение видело, скажем, Станиславского, тоже Михаила Чехова, Качалова, Москвина, Пашену, Остужева. А сегодняшнее поколение видит Ульянова, Смоктуновского, Евстигнеева, Калягина, Лебедева, Фрейдлих, Ниёла, еще многих прекрасных актеров и актрис. Каждому времени свой тип актера соответствует. Но есть актеры на все времена. А вот меньше таких сейчас или больше, это уже не мне судить. А что касается переходов, поисков своего места, вы знаете, ведь, ну, представьте, существует актер, полный сил. А вот в театре ему не находится применения, у себя в театре. Театр громоздок, в чем консервативен, может, какие-то организационные моменты в театре со скрипом происходят. А время идет, он один, полон сил, а тут кино, телевидение. И естественно, что он ищет, где он может лучше выразиться. Это понятная вещь, понятная вещь. Нужны новые театры, побольше новых театров. Понимаете, чтобы актер, я через это прошел, и это моя радость моей театральной юности, ощутил аромат студийного коллектива, чтобы театр тогда стал для него родным домом. Он бы жил в своей, так сказать, семье. Вот это могло бы очень разрешить вопрос и способствовать рождению многих новых имен. Я убежден в этом. Вы сейчас так смотрели, как смотрят многие герои ваших последних лет. Герои, много испытавшие, много передумавшие. Много перестрадавшие, я понимаю. То есть людей, у которых был какой-то, понимаете ли, людей действий, у которых был какой-то нравственный стержень, так бы я сказал, да. А кого бы вы назвали первым в этом ряду? Ну, если хронологически считать, пожалуй, Грина. Из давнего уже теперь фильма Михайловича Рома «Убийство на улице Дант». Ну вот, мы расставались на много лет, а встретились через 10 минут. Смешно? Ну что с вами произошло? Я шел по улице, и мне было немножко грустно. Нет, не немножко, мне было очень грустно после нашего прощания. Я увидел, что три человека гонятся за одним. Мадам, когда в наши дни трое гонятся за одним, это наверняка очень... хороший человек. Я толкнул его в подворотню и побежал вместо него. И вас стреляли? О, конечно. И, как видите, довольно метко. Если бы вы слышали, как они ругались, когда убедились в своей ошибке. Я здорово подшутил над ними. Зачем вы это сделали? Какая нелепость. Нет, не нелепость. Ведь все-таки я француз. Тот человек, за которым гнались, был, вероятно, нужнее меня. Я последователь вашего отца, Мадлен. Я выбрал себе смерть повеселее, а выбирать нужно было очень быстро. Мадам, вам лучше уйти. Может явиться полиция. Подождите. Во всех пьесах умирающий имеет право на монолог. Мы очень много острили и очень мало
говорили с вами, Мадлен. Каждое утро я отдавал себе слово вечером поговорить с вами серьезно. И каждый вечер отделывался остротами. Я боялся, что в моих устах серьезно покажется пошловато. Вы знаете, о чем я хотел говорить с вами? Знаю. Всю жизнь я любил вас, Мадлен. Знаю. Спасибо. Для меня Грин был чрезвычайно симпатичен. Это то, что называется роль с секретом. Но судите сами. По виду стареющий фа, циник. Человек, казалось бы, для которого нет ничего святого. В то же время человек со спрятанной нежнейшей любовью к женщине, которую он пронес через всю жизнь. И, наконец, настоящий патриот. И потом этот фильм «Рома», он был все-таки, пожалуй, первым, говорившим о возможностях, об опасностях возрождения фашизма. Пожалуй, первый. Да, пожалуй. Я люблю этих ваших стойких, умных героев, сохранивших какую-то детскую непосредственность. И я бы мог назвать целый ряд. Ряд. Ну, а кого же в этот ряд вы посчитали бы? Ну, пожалуй, пастора из 17 мгновений весны. Пожалуй. Скажите, а вот то, что меня, пастыря, полгода мучают в тюрьме, это неизбежное следствие вашей государственности? В тюрьмах воспитывают заблудших. Естественно, те, кто не заблуждались, а были врагами, те подлежат уничтожению. А вы решаете, кто перед вами прав, а кто виноват? Безусловно. Значит, вы все знаете о каждом. Кто где ошибается, кто где не ошибается. Значит, вы все о каждом из нас знаете. Мы знаем, чего хочет народ. Народ. А ведь народ-то состоит из людей. Значит, во имя народа вы уничтожаете людей. Кельнер! Пожалуйста. Кофе. Два раза коньяк и сигарет. Скажите, а как часто в истории христианства уничтожались инакомыслящие во имя того, чтобы остальной пастве жилось лучше? Уничтожали еретиков. Хорошо. Выступаю против ереси. Церковь допускала насилие? Допускала. Насилие против ереси допускалось в течение 8 веков. Мы пришли к власти в 1933-м. Так что же вы хотите от нас? За 11 лет мы ликвидировали безработицу, накормили немцев. Да, насилие инакомыслящих. А если вы такой убежденный противник, то не стоило ли вам больше опираться на материальное, а не на духовное? Не понял, простите. Ну, попробовали бы организовать какую-нибудь антигосударственную группу среди своих прихожан. Видите ли, если бы я начал применять против вас ваши методы, я бы невольно стал похожим на вас. Ну и все-таки, как же мой вопрос? А вот как? Мы ведь с вами говорим о природе человеческой. Разумеется, в каждом из этих негодяев, и в Гитлере, и в Гиммлере, можно найти следы, так сказать,
падшего ангела. Ведь вся их природа настолько подчинена законам жестокости, насилия, лжи, что в них-то человеческого, по сути дела, ничего не осталось. И все-таки, пастор, вы уклоняетесь от точных ответов. А вот как важно, что было главным, существенным в этом характере пастора? Вера. Я бы уточнил, доверие. Ведь он был убежден, всей душой убежден в изначальной честности человека. И радостно, в этом же вся драма, радостно поверил подлецу провокатору. Ну, а кого бы вы назвали следующим вашим героем за пастором? Ну, в этом ряду, надо назвать, это будет последний мой по времени фильм, «Старик-тесть» из фильма Хуциева «Послесловие». Не работает сын. Правильно. И не может работаться. Не может. Я заметил, что работа не доставляет тебе никакого удовольствия. Это же нельзя, дорогой мой. Удовольствие. Именно удовольствие. Это же главное. Тебе не нравится твоя работа? М? Работа у нас такая. Сколько тебе лет? Еще не поздно все начать сначала. У тебя временный срыв настроения. Уверяю тебя, именно временный. Давай разбираться, от чего это у тебя. Давай. Так. Во-первых, ты не гуляешь. Собак это не считаю. Не занимайся никакими физическими упражнениями. Куришь слишком много. Ну что это? Кофеварка, постоянный кофе. Дорогой мой, так нельзя. Так нельзя, я в этом убежден. Ну, давай с тобой возьмем какой-нибудь пример. Ну, к примеру, Толстой. Слушай, он косил, пахал. Он проповедовал. Ну, как потому, что он проповедовал? Что? Физкультуру. Все время работы надо ходить, ходить, ходить. Маркс протоптал на ковре в своем кабинете целую дорожку. Да, протоптишь ты дорожку. А если что-нибудь мешает, убирай. Все давай, что мешает. Все давай. Бальзак писал в келье. Не Бальзак, Дюма писал в келье. Дюмапер. Причем не в келье, а в комнате специально оборудованной под келье. Понимаешь, аскетичной, пустой. Взгляни, сам можешь убедиться, сколько тут лишнего. А Бальзак... Бальзак, как ты, кофе, кофе, по ночам, что у тебя на столе, столько лишнего, ну, к чему это вот все, объясни ты, например, вот это что такое? Ты сам не действительно. А, между прочим, место занимай. Это что, не нужно, это ничего не нужно, вот это ведь совершенно легкомысленные вещи, ты понимаешь, убери ты их, я вот убираю, тебе и ты почувствуешь себя свободным, понимаешь ты, свободным. Что тебе нужно? Несколько остро отточенных карандашей, клей, кисть, стело, как говорил Маяковский, любимое стело, и ножницы. Все, больше ничего. Оставь все прочь. Вот, к примеру, это что? Объясни мне, пожалуйста, что это? Стало быть, физкультура любая, побольше, побольше гулять, и все лишнее долой. Все, что мешает, и это долой. Все. Я недоволен твоими ножницами. Они не режут. Я позволю себе похитить их, отдать точильщику и смотри, что теперь. Слушай, ну какое удовольствие я получил, наблюдая за точильщиком. Вот виртуоз. Наждак крутится, снопы иск, а он легко, красиво, изящно, свободно. Вот как надо работать, как точильщик. Иди, больше не буду мешать, клянусь. Все, иди, больше мешать не буду, клянусь. Извини, я забыл. На обратном пути я зашел в библиотеку, и вот, список литературы, как нужно работать. Тут гигиена труда, методология, для тебя специально все выписал. Так. Мы в этом фильме хотели сопоставить людей разных поколений. Не противопоставить, а именно сопоставить. Мы не говорили, один лучше, другой хуже. Это было бы очень примитивно, верно?
А этих людей сформировало разное время. И вот в нашем фильме они, так сказать, притираются друг к другу трудно и радостно, ищут какого-то контакта. И в этом поиске освобождается нравственная энергия. Не научная? Нет, вполне понятно. Однажды я оперировал 2 суток подряд, без перерыва. Вот этой штукой, да? Золингеном? Раненых было много. Мы взяли, сколько смогли втиснуть. Немцы бомбили нас без перерыва. Ох, и бросал наш пароходик. Слава богу, ни одна бомба не попала. Ну что же, они бомбили, а я оперировал. Угу. Так 2 суток от стола я не отходил. А этот самый наркоз? И наркоз. Стакан водки, да 2 матроса навалится, прижмут к столу. Это мои санитары, так сказать, были. Вот и весь наркоз. Да, помню, чифирем меня поили, чтобы не спал. Все на как в тумане. Так вот. Сзади меня медсестра у нас была там, она меня сзади поддерживала. Еще матрос, замечательный парень. Только у меня глаза закрываются, он кулаком в ребра. Доктор, терпи. Вот. И потом еще один майор. Он отвечал за все это, за раненых и все. А при операциях лампу держал. Кто кричал «Вперед за Родину»? А кто-то просто «Мама». А майор, который лампу держал, все просил, ребятки милые, не терпи, матерись, легче будет. Да уж не знаю, от чего пароход сильнее кидало. То ли от бомб, то ли от... Сколько я вот таких ребят... Сколько вот таких ребят я за войну повидал, а этих всех, всех в лицо помню. Это фильм размышления. Вот не знаю, первые отклики благоприятные. Вообще, мне, конечно, очень хотелось, чтобы он понравился зрителю. Мне бы тоже. Фильм того заслуживает. А скажите, как вы вообще относитесь к зрителю? И правда ли про вас говорят, что перед началом спектакля, посмотрев щелочку занавеса, вы можете определить, какой сегодня зрительный зал? Ну, это легенда. Вообще-то я к зрителю отношусь как к соавтору спектакля, имейте в виду, это длинный разговор. Нет, я люблю, не знаю, попадаю ли при этом я, улавливаю ли я правду или нет, но я люблю, если есть занавес, конечно, заглянуть, посмотреть. И мне вот каким-то чутьем, я, может быть, не всегда правильно думаю, нет, сегодня зал трудный, а этот вот легкий, этот не собранный и так далее. Так мне ощущается. А бывает зал враждебный? Никогда. Никогда. Бывает зритель равнодушный, не наш, то, что называется, рассеянный, какой-то чужой. И вот этого зрителя, вы понимаете, вот тут происходит, начинается наша замечательная работа. Нам надо настроить на нашу волну, на требуемую спектаклю волну. Скажем, сегодня чеховский спектакль, иногда воспринимается трудно. И нужно втащить зрителя, заставить его стать
нашим соучастником в этом деле. И когда это происходит, это замечательно, понимаете? Это настоящее ни усталости, ни чувствуешь, что не зря играешь, не зря работаешь. Замечательное ощущение. Если вы меня спросите, что такое счастье... А что такое счастье? Вот счастье – это такой финал спектакля, когда ты и зритель одно. Ростислав Янович, и последний вопрос. Как вы относитесь к критике? Ну, а как бы вы ответили на моем месте? На вашем месте я бы ответил так. Людей этой странной профессии следует пускать в театр, не иначе, как взяв с них расписку в том, что они обязуются непременно хвалить спектакль. А фотографии нарушителей этой клятвы раздавать контролерам, чтобы никогда больше они их в театр не пускали. Нет, давайте на моем месте лучше я сам и скажу. В вашей шутке есть, между прочим, доля правды. Я знаю некоторых моих коллег, режиссеров и актеров, которые... Критики относятся как к какой-то, ну, как бы сказать, к сфере обслуживания, которая обязана доставлять нам только удовольствие. Но, конечно, это не так. Но я думаю, что такое отношение к критике имеет место и в иных сферах. Бывает, верно? Я считаю, что критика – такое же действующее лицо театра, как автор, режиссер, актер, художник. Без критики мы не живем, театр не живет. В истории не остаются следы наших спектаклей. Это как бы, ну, как бы наш, что ли, технический контроль, скажем так, голос общественности. И хотелось бы, чтобы критик знал не только театр, но и жизнь. Чтобы он был личность, чтобы читать его было все-таки интересно. Интересно. Я знаю, что иногда бывает так, что мнения критики, зрителей... не совпадают, ну что ж, не беда, можно иногда повоспитывать и зрителя. Но одно я знаю точно, что бывает, когда речь идет о настоящих явлениях искусства, всегда сходится мнение критики и зрителя. А если временно не сошлись, то потом правда торжествует. Вообще критика должна быть такой же разнообразной, как театр. А театр – это великая модель жизни, где есть все, чем жив человек. Ростислав Янович, вы все о театре. Но ведь вы много играли в кино, на телевидении, и... Да простят меня все другие искусства, но театр был и остается для меня единственным родным домом. Он дал мне все, о чем только можно мечтать. Дал мне счастье. Сцену и зрительный зал.